Меня зовут Яковлева Елена. Я являюсь представителем компании Beauty Boutique. Хочу вам рассказать, как можно быстро сделать маникюр в домашних условиях. Это полировка. Полируем ногти. Зелененькая. Раз в месяц. Убираем верхний слой. Вторая сторона. Запиливает. Делает ноготочек блестящим. И такой блеск будет держаться минимум неделю. Несмотря на то, что даже если, например, девушка посуду моет. Сначала зеленый. Второй запиливаем. Это пилочка для кутикул. И спиливают на сухую руку. Размягчать, распаривать, ничего не требуется. То есть нужно, чтобы вот эта вот торцевая часть, она лысая получается, она не травмирует локоть. Вот так вот все спиливают. Пилочка прикладываем не бортиком, а вот так всей плоскости. И вот так вот все прикладываем. На сухие руки. Спиливается вся сухость. Это карандаш для кутикулы. Идет с маслами, витаминами. Содержит. И помогает сохранять ваш маникюр в течение дня. То есть помогает убирать вот эти все пленочки внутренние, которые нарастают очень быстро, подавляет их рост, смягчает кутикулу, увлажняет, потому что карандаш, он не содержит спирт. Там входит масло косточки граната. Это очень масло питательное для ногтей, укрепляет ноготочки. И смягчать в течение всего дня. Любая уважающая себя девушка, которая делает маникюр, она просто обязана иметь такой карандашик. Это будет просто сохранять вашу красоту, но то маникюрчик у вас будет еще дольше сохраняться, но дольше. У нас пилочка для ногтей с эффектом запайки. Пачки идут. Пилить можно любой стороной. Любых, например, просто идеально спиливает гладко и запаивает ноготочек. Ноготочек получается губки-губки. Все наши продукции вы можете приобрести через интернет-магазин, либо на наших торговых местах. Адреса и телефоны вы можете найти на нашем сайте.